АЭС нашел тоже. Все, я захуячил парни, короче. Кто-то был. Топором я его захуярил, блядь. Кто, ёлки? А, вижу его. Меняй! Бля, я без сознанки, да, убили. Зань, вали его нахер. У меня почему-то Блейз вообще был не заряжен. Вот смотри, как ёлки подниматься на дороге. Я уж понял. Сейчас, походу, лутает, сука. Все, убил его. Молодец. Пидорас, блядь. Три раза попал. Не успел. Блядь, вот какого хера, блядь? Начинаешь, блядь, бежать, чтобы, знаешь, вилять. Он останавливается и только потом достает, блядь, револьвер. Ну это пипец вообще. Все, его добил. Бля, ну это пиздец, нижняя. Ну куда вот теперь бежать, а? В какую сторону, блядь, умирать? Пиздец, блядь. Ну прям почему у меня БС был не заряжен. Что с его с револьвером уверить? Сань, ты там, знаешь, что поскидывай, ладно, вещички. Так, лонг рейндж у него есть еще. Так, револьвер, ну я с него скину. Он тебя, походу, залутал чуть-чуть. Так, а у тебя на мощнике патроны закончились, поэтому я пойду с этого Блейз скину. В смысле, кончились? Блять, тут еще два чипа спустились с горы. Ёбаный в рот. Я по одному начал шмалять, он убежал. Охуеть. Я за ним бегу, правда. Блять, я в него попал. Как ты, сука, бежишь-то, блядь, пидор. Гнусный. Тридцать секунд. Завалил его. У него мосинка тоже. Так, с него скидываю мосинку. Так. Все, скидываю с него. Так, там еще один чувак. Так, я в Черногорске. Блять, по мне стреляют с калаша уже. Оттуда сверху откуда стреляют. Ту-ту-ту-ру-ту. 20 секунд. Давай, здесь война идет, вообще пиздец. Я как раз сейчас это бегу. Пожарки. Сань, осторожней, там где-то чувак с колосемкой, я не пойму, где он. Я сейчас здесь спрятался пока что. Ну мне бегу прятаться. От твоего лута там почти, грубо говоря, ничего не осталось. Там пиздец всему. Вот. Я с чувака здесь, который убил, все, вижу его. Там два чувака даже. Двух чуваков вижу. Вот, короче, он с мосинку снял. Понятно.
Охуеть, он стрелок ворошиловский, блядь. У меня идет с ним здесь стрельба. Он, сука, хочет ко мне близко подойти. Там двое, да? Да, там двое пидорасов. Так, я попробую еще на дорогу. Там ничего не осталось, магнумы, фигагнумы. Там вот я с одного человека, который тебя вот убил. Я его убил и с магнум с него скинул твой. Ага. Так, зомби на кого-то сагрился в пожарку. Блять. Короче, мне надо отбегать куда-то. Я не знаю, куда. Я вверх бегу. А моего ничего там лута не осталось? Там твоему, сука, все без сознанки. Ты на лесах, где пожарка, что ли? Нет. Где рядом с отелем, через дорогу здание с синими дверями. Ну, я тебе говорю, рядом там, это я понял, в лесах. Я там вот тоже оттуда палил. Только пожарку. Вы случайно не знаете Рауля Лопеса? Походу он выходит. Нет, на самом деле большинство... Ну, значит, надо валить. Что-то он застыл там и все, блядь. Побегут туда-туда, скажешь. Для бизнеса. И хотя я не полицейский, я знаю, что они расследуют смерть Рауля от передоза. Вряд ли это было бы хорошо. Ты тут? Я... Нет. Где он? Блядь, мне ноги сломали. Убил. Все, еще заебись. Кто-то? Все, вот здесь. Красавчик, Саня. Вовремя ты. А то мне сейчас... Опа, идет. Саня, палит нас. Блять. Стой, сиди. Ой. С СКС-очкой. С мощенькой. Ой, их двое. Отходи. Я без сознанки. Все, хана нам. Ни хрена. Я убежал. Починился? Да, у меня был морфий. Генри не собирался. Я собирался сравнить героин с улицей, с героином, который ввели жертву убийства. За 20 лет работы это самый крутой случай. Совсем чего не слышал. Миссия выполнена, док. Походу, мне хана. Сейчас я попробую снять. Это... Да, крысы. Я не знал, которая из них обладала Рауля, так что я принес все быстро. Ну и так и не одиноко. Даже... Ты умер? Нет, это пока что. Но думаю, сейчас помру. Убил одного. Одного в доме из их я убил. Да. Когда вы хотели пожаловаться? Неплохо, я обращаю на кольцо. Именно хватает, наверное, на диете. Так, он меня палит. Сука. Ой, да, забежал, зачем сюда? Сука. Так, тут кто-то еще бегает, что ли? Ну что, походу, хана мне. Думаю, что-то странное. Так, тут еще какой-то хуй бегает. Бля, ну высунь ты свою башку, мудил. Так, ладно, в отеле кто-то есть, пойду попробую забежать, выебать. Блин, это херовая идея. Потому что я сейчас подбегаю. Ты сразу за забором сам валяешься. Ну, за забором-то за забором, это понятно. Никто не прикроет, а кто бежит за ним, к зданию. Мы слышали, Рауль не ладит с каким-то застройщиком. Он не Дель Дро. Ну, просто говорите.
как так можно ходить без бинтов? Хотя бы у меня бы спросил, блядь, тебе дал бы. Да, я помощь умоляю по тебе. Я сейчас стреляю. Сейчас я поднимаюсь. В общем, заходи, я его, когда его это придерживаю так, огнем. И вали его. Попал, что ли? Ну, я М-ку замутил здесь, у чувака здесь появился, чувак с М-кой. Санёк. Я перезаряжаюсь. Завалил его. Завалил его. Молодец. Еще один остался наверху на самом. Ага. Сейчас буду его палить. Угу. Поднимайся наверх. Ой, не закрыл. Сервак повис. Блять. Ну чё ж за херня-то, а? Да кто? Я забегаю. Так, я Санёк в этот смотрю. Через цех пробегу. Так, сзади. Кто-то есть. У меня тут есть кто-то. Где именно? В этой. В больничке? Да, вроде. Как мне показалось. Так, я за синим фургоном. Поднимаешь выше. Так, ты мне говори, то какой этаж? Сейчас будет самый последний почти уже. Поднимаешь. Сань, кто-то лежит на школе. На школе кто-то лежит. Попал в него, я не знаю, убил, не убил. На школе убил. Лежит. Убил, убил. Молодец. На школе лежит парень. Иди сюда, можно забирать у него эмка тоже. Давай, зомби. В принципе, могу стрелять, Сань. Отсюда хорошо видно. Давай, давай, давай. Так, 200 метров поставлю. Убил. Красавчик. Ну хули, снайпер, ёпта. Ну, да. Так, ну и чё? Ты здесь ходишь? Да. У меня смерч, ну, забрал. Так, а у того-то чё ли висит? Я не знаю, Мосинка, что ли? Или тоже автомат какой-то, блин. Непонятно.